Беларусь готовится отметить День народного единства, который пройдет 17 сентября. Масштабная программа запланирована на всю неделю. В начале большой автопробег «Символ единства». Место старта – Полоцк. Акция охватит 118 районных центров. За первое полугодие отечественных товаров на полках магазинов стало больше – около 77% продуктов белорусского производства. Если говорить про мясо, молоко, куриное яйцо, мучные и кондитерские изделия, эта цифра близка к 100%. Важен не только ассортимент, но и доступные цены. Они на постоянном контроле. В Могилевской области сняты запреты на посещение лесов. В регионе идут дожди, температура воздуха понижается, стабилизируется пожароопасная обстановка. Ограничение – вынужденная мера, которая помогла сохранить жизни белорусов, а также лесной фонд. На выходных 17-летний парень на «Мерседесе» попал в аварию. ДТП произошло на перекрестке улиц Рогачевской и 1 мая. Бесправник при повороте налево наехал на опору ЛЭП. Как известно, он был пьян. В результате пострадал 21-летний пассажир, которого с травмами госпитализировали. В Бобруйске откроется новый скейт-парк. Площадка появится между школами номер 10 и 31. Там можно будет выполнить различные прыжки, развороты и баланс-трюки на велосипедах, самокатах, роликах. Обустройством занималась городская пионерская организация ИБРСМ.